период беременности в организме женщины происходит радикальная гормональная перестройка. И это не может не отразиться на состоянии кожи. Например, у кого-то она может стать слишком сухой или слишком жирной. Могут возникать раздражения, угревые высыпания. Или наоборот, кожа может стать просто идеальной. Тем не менее, ухаживать за ней нужно. Что подойдет? А чего нужно избегать? Сейчас разберемся. Здравствуйте, Светлана. Всю беременность разные абсолютно средства советуют к использованию. Все-таки хотелось бы разобраться и узнать у вас правду. Какие можно использовать средства во время беременности? На самом деле, в уходе за кожей в период беременности не будет никаких кардинальных изменений. Обязательно обращайте внимание на хорошее очищение, тонизирование, ну и, конечно же, крем. Но особенно я бы хотела обратить ваше внимание на использование солнцезащиты. Во время беременности многие будущие мамы сталкиваются с проблемой пигментации, откуда и появилось выражение «маска беременных». Речь об обилии пигментных пятен на лице. Все из-за повышенного уровня гормонов, которые провоцируют усиленное производство пигмента меланина. Поэтому избегаем солнечных лучей и защищаем кожу солнцезащитным средством. И желательно на минеральной основе с оксидом цинка и диоксидом титана. Эти фильтры не проникают в глубокие слои кожи и безопасны в этот период. А еще я заметила, что кожа стала более чувствительной и реагирует на незначительные изменения в уходе. А давайте протестируем вашу кожу и проверим ее на предмет чувствительности. Давайте. Итак, по результатам тестирования мы выяснили, что действительно в зоне вокруг глаз, а также на небольших участках на щеках у вас есть небольшое шелушение, кожа более чувствительна, а также есть проявление купероза. Поэтому обязательно включите в ваш уход средства с антиоксидантами, витамин Е, С. Ну и, конечно же, важно утром использовать легкий увлажняющий крем, а в вечернее время более плотный питательный. Ну а теперь давайте выясним, каких же все-таки ингредиентов в составе косметики стоит избегать. Будьте аккуратны и внимательны с ретиноидами, то есть производными витамина А. Избегайте обязательно адаполена, тритинаина, ретиноевой кислоты и ретинальдегид. В отношении БХ-кислот важен процент воды, то есть салициловая кислота не выше 1%. В отношении АХ-кислот, это, например, миндальная, молочная, гликолевая, обращайте внимание на средства с низким содержанием. Исключайте средний и высокий процент. Эфирные масла. Да, они отлично расслабляют, успокаивают. Но обратите внимание, средства с эфирными маслами шалфея, розы и лаванды могут спровоцировать маточное сокращение. Таким образом, это может негативно сказаться на течении беременности. То же самое хочу отметить в отношении натуральных всевозможных экстрактов, трав и растений. Дело в том, что в период беременности кожа более чувствительна, и на ней могут возникнуть раздражения и даже появиться аллергические реакции. Ну все, теперь полное ощущение, что ничего совершенно нельзя. Ну почему же? Ваш уход должен оставаться и содержать самые бережные ингредиенты и компоненты. Опять же, помним, хорошее очищение, тонизирование, увлажняющий питательный крем. Ну и, конечно, ищите на упаковке заветную надпись «Разрешено к применению в период беременности и кормления грудью». А какие средства вам точно подойдут, сейчас подскажет наш провизор-рецептар Ольга. Для очищения нежной и деликатной кожи во время беременности рекомендую мицеллярную воду Senti Micellar, которая интенсивно ухаживает за кожей, снимает раздражение и покраснение, содержит увлажняющие компоненты. Для ухода за кожей во время беременности рекомендую крем для чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям, не содержит парабенов, отдушек, консервантов и других компонентов, которые могут вызывать аллергические реакции, подходит для дневного и ночного использования, является прекрасной основой под макияж. Для защиты кожи во время беременности рекомендую солнцезащитный крем на основе минеральных фильтров, которые защищают кожу от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения, защищают кожу от появления пигментации и преждевременного старения. Ухаживающие компоненты надолго защищают кожу, увлажняют, питают и смягчают. Привычную схему ухода за кожей на все месяцы беременности менять придется, но не сильно. Главное, обратите внимание на хорошее увлажнение кожи, питание и бережный уход. Как это все обеспечить? Выбирайте средства в аптеке «Планета Здоровья», где весь ассортимент косметических продуктов безопасен и прошел дерматологический контроль.